Всем привет! Сегодня я вам покажу тренировку на силу. На силу плечевого пояса. Здесь как раз не обойтись без всеми вами любимого жима лежа. Жим лежа, я это не раз уже говорил, многие со мной не согласны, но это факт, против которого не поспоришь. Нужно использовать только в цикле силовом. Нет смысла использовать жим лежа для построения массы грудных мышц. Это бесполезно. 2% в мире людей всего, кто получает рост грудных мышц от жима лежа. Используйте диапазон повторений от 2 до 6. Никогда ни в коем случае не опускайтесь меньше 2 повторений и не поднимайтесь выше 6. Это позволит вам базово увеличивать силу всего плечевого пояса. Грудных мышц, дельтовидных, трицепсов и даже широчайших мышц. Никогда не используйте мост. Мост противопоказан. Мост вызывает межпозвоночные грыжи и протрузии. Это касается тех, кто занимается бодибилдингом или просто улучшает свою фигуру в тренажерном зале. Обращайте на это особое внимание. Что мы будем сегодня делать? Сегодняшняя тренировка состоит из жима лежа, жима лежа узким хватом и наклонного жима лежа. Но не забывайте, те, кто тренируется натурально, обязательно перед тем, как мы приступим к этому комплексу, сделать 2-3 подходика приседаний, либо 4-5 подходиков запрыгиваний на высокую опору, либо пару подходиков становой тяги. Это выбросит гормоны в кровь. Те необходимые гормоны, которые нужны для роста силы, для роста массы и даже для жиросжигания. Без этих гормонов нет смысла в наших с вами тренировках. После того, как вы сделали специальную разминку, а вы помните, как это делать, кто не помнит, посмотрите мое видео об этом специально. Выставляем рабочий вес на штангу и делаем 3 рабочих подходика. На 3-5 повторений. Не забывайте, что мы сегодня на силу работаем. Поэтому от 2 минимум, максимум 6. Ну, лучше всего 3-5. Отдыхаем где-то от 2 минут и выполняем еще 2 рабочих подходика. Не забывайте пользоваться замками, это очень важно, техника безопасности и для вас, и для окружающих. Особенно, когда используете уже приличные веса. Второй рабочий подходик в сегодняшней тренировке. Обратите внимание на прекрасного страхующего. Поднимает уровень тестостерона. Ты штангу давай поднимай. С ума сойти. Мутант. Фу. Отлично. После того, как поработали в жиме лежа, добьем себя следующим упражнением для трицепса. Будем делать жим узким хватом. Убавляем вес. И делаем также 2-3 подходика на 6 повторений в каждом. Обратите внимание, что узкий хват условно. Не делаем никогда такой хват. Это опасно для предплечий, для плеч. Всегда чуть-чуть пошире. Опускаем на низ грудных.
Набираем, ребята, всегда такой вес, чтобы как минимум одно повторение было в запасе. Запомните, никогда не работаем до отказа. Отказы убивают вашу силу. Обратите на это особое внимание. 2-3 подхода в этом упражнении. Третьим упражнением в сегодняшнем комплексе наклонный жим лежа. Выберите такой вес, вы уже разогреты, разминка не нужна, чтобы вы смогли сделать 4-6 повторений. 2, максимум 3 подходика. Хват не очень широкий. В этом упражнении это очень важно. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале.